Так, і ще невеличке повідомлення від наших партнерів РІД, які організовують конференцію цікаву. Я запрошую Сергія Галкіна, який скаже про слів. Так, всім привіт. Сьогодні останній лекція РІДа Сіклас, но на этом тусовки маленьких любителей свободы не заканчиваются, и нас ждет самое грандиозное событие этого года. Кто из вас был в прошлом году на конференции с Кимом Сколиковым, кто-то наверное, помнит. В этот раз наша конференция стала ежегодной. 28 и 29 ноября, это будет два дня. Мы всех приглашаем в Федерик Хаб. Там соберутся замечательные спикеры из Европы, США, Украины. В качестве специальных гостей мы ждем Тома Палмера, без преувеличения, наверное, самого главного либертарианца мира, автора книги «Моральность капитализма», которую, я надеюсь, все из вас уже прочитали. И Йохан Норберг, тоже очень значимый защитник свободы из Швеции, который написал книгу «Защиту глобального капитализма». В общем, будет очень круто. Пожалуйста, заходите на паблик РИД в Facebook или ВКонтакте, регистрируйтесь на это событие, чтобы вы понимали, сколько людей нам ждать. И всех ждем 28-29 ноября. Спасибо. Я не буду використовувати цей мікрофон. Я буду використовувати ці, все ж таки тривога. Побачи. Галка повинна. Та що за ці? Телефон дає. Телефон дає. А, телефон дає. Прослуховуй. Неважливо, фізик. Я хочу сказати одну дуже цікаву річ. Знаєте, я минулого року була новина, яку мені розказали, що один швед, десь у 2002 році, саме на початку. $1000 купив там певну кількість біткоїнів і в 2014-му продав, а купив собі декілька квартир в центрі Остріга. Ну, чисто така новина, так? Тобто він вклав 1000, отримав 12 мільйонів. Цікаво. Ми теж подобається. Я особисто не знаю, що таке біткоїн. Абсолютно. Проте ця штука, яка з тисячі перетворюється в 12 мільйонів, мене особисто цікаво. Сподіваюсь, вас так само. Людина, яка сьогодні буде вам презентувати дуже цікаву лекцію, це Михайло Чеванян. Це людина, яка розкаже, що таке біткоїн, що таке посольство біткоїнів, як це взагалі все працює, і чому я не заробив 12 мільйонів, а якийсь швед з Осло заробив. Що ж, прошу вас вітати, Михайло, подивіться. Так, добрий вечір. Сразу маленька ремарка будет. Не рассчитывайте, что я вам объясню, что такое биткоин за час, за два часа, нет. И мы находимся в университете, я в Украине не учился в университетах, потому что второй раз я учил в Украинском вузе, да вообще в Советском Союзе не в вузе. Концепция обучения там состоит из того, что тебя интригуют, да, цепляют тебя за какую-то тему, тебе дают направление, а дальше твоя задача уже копать в этом направлении, самостоятельно изучать, и уже по ходу возникновения вопроса, вот тогда ты уже обращаешься к профессору. А не так, что ты открыл и начинает кто-то там конспекты читать, да, это, по крайней мере, я так видел, по телевидению показывают, да, я не знаю, как здесь все происходит. Поэтому я пойду на тем же самым путем. Когда я сюда шел, я даже не знал, куда я иду, кроме того, что адрес Шевченко, что меня порадовало. Но вижу, что вы подготовленная аудитория, это очень хорошо. Ну, начнем, наверное, с меня. Меня зовут Михаил Чеванян. Я занимаюсь биткоином full-time. Ничего другого, начиная с апреля 2014-го, кроме биткоина, я не делаю. То есть это мое хобби, это мое увлечение, это моя работа, это
70 моей жизни, по крайней мере, времени в сутках, так точно. Почему я очутился здесь? Почему я, а не сотни других ребят, которые также занимаются биткоином как в Украине, так и в других странах? Ответ тоже достаточно простой, потому что буквально 6 дней назад у меня дома провели обыск. Сделали обыск, значит, борцы из МВД. Вот, там, в целом прошло все интересно, если такое слово подходит. Да? Вот, ну и суть, громче, да? Значит, суть, что они делали у меня дома? Они искали биткоин. Как раз в тот момент цена на биткоин просто начала расти, как сказал коллега, лететь в космос. Выросла она там буквально с 260 до, на момент выпуска она уже была там больше 380, что-то такое, и продолжала расти 30% в день. Вот, совпадение такое, да. Ну, вот такое же мнение, в принципе, выразил и зам главы администрации, бывший генеральный директор Microsoft Дмитро Шенько, да, он тоже так юморнул на Фейсбуке, что искали, наверное, биткоина, потому что он расти начал. Вот. Так вот, почему я все-таки здесь? Да? Причина не обыск, а причина в том, что после обыска приехал к адвокатам в офис, у меня ни телефона, ничего не было, все изъяли, накалидовал себе телефон у друзей, ну и типа какие дальнейшие действия. Я прекрасно понимал, что один против системы, я просто никто, меня точно так же, как и всех остальных, будут топтать безбожно. Поэтому нужно что-то делать экстраординарно. Вот. И тут мы решили проверить силу Фейсбука. Вот. Я написал пост, можно не показывать даже, да, я написал такой эмоциональный пост, высказал все, что я думаю про ситуацию, с деталями так красиво описал. Вот. И этот пост набрал сейчас уже порядка 6000 репостов. Вот. Ну и за первый только час он набрал более 1500. Вот. И дальше все посыпалось. В общем, дошло это до высших эшелонов власти, что через полтора часа мне уже в личку написал Антон Геращенко, там, давайте я вам что-то помогу, порешаем, еще что-то такое. Вот. Не знаю, захотел он такой наблюдение. Тем не менее. В общем, Facebook работает. Главное, правильно уметь пользоваться. Вот. И, собственно говоря, после этого были журналисты, потом было телевидение, потом был Шустер Лайф, потом или до того. Меня пригласили сюда. В общем, собственно говоря, здесь я очутился, потому что я известный. Прямо как Ким Кардашьян. Она тоже, кстати, одна. На этом способ заканчивается. Так вот, теперь про биткоин. Что такое... Да, забыл, про себя рассказывал, да. Значит, что конкретно я делаю с биткоином? У меня есть три направления, которыми я занимаюсь. Первое, то, с чего я начал, это агентство Куна. Это первое биткоин-агентство в СНГ, цель которого популяризация и обмен биткоинами. Это, кстати, хорошо, что мы записываем на камеру, потому что МВДшники думают, что я до сих пор это скрываю. Вот, у меня есть в интернете обменник, который помогает людям купить или продать биткоин. Вот, на этом реклама заканчивается. Второе направление, которое я развиваю, это Bitcoin Foundation Ukraine. Это неприбыльная организация, которую мы совместно с другими представителями биткоин-сообщества в Украине организовали. Здесь благие намерения, никакой коммерции. Это популяризация, это стандартизация и в будущем будет защита биткоин-бизнеса от государства. Вот. Но так как я пока один официально, то защищаем пока только меня. Вот. И третье направление, это в октябре начал заниматься, это я запартнерился с компанией Innovex, IT-разработчик американский. Мы будем, уже вернее, создали R&D-центр, который будет вот все эти технологии изучать и создавать что-то новое. Опускаем рекламу, значит, что мы уже сделали? Мы совместно с грузинским фондом развития подписали меморандум с нашей киевской администрацией и Саакашвили одним словом, подписали меморандум о том, что мы будем, как IT-сообщество, там еще говорят айтишников, будем развивать
e-government в Украине. Вот. Первый проект, который мы уже реализуем на базе технологии, на которой построен биткоин, это будет аукцион. Аукцион, который будет полностью децентрализован, который будет не подвержен всяким коррупционным схемам. То есть у кого не будет базы данных, доступа к ней. Ну и, соответственно, там нельзя будет поменять цену задним числом, а что они и так далее делать. Вот. А теперь давайте все-таки придем к биткоину. Что такое биткоин? Ну, в первую очередь биткоин, вы здесь все умные, вы здесь все либертарианцы. Это идеология. Это идеология свободных людей. Это идеология людей, которые не хотят просить разрешения что-либо сделать. Если они хотят что-то сделать, они берут и делают. Это идеология, которая освобождает вас от рабства посредников. Посредники бывают разные. Это бывают и госорганы, и банки, и кто еще угодно. Поэтому это очень сильная вещь, если смотреть на нее как идеология. Если мы опустимся на несколько уровней ниже, то мы опустимся к, так или иначе, расчетной единице, ака валюте. Чем интересна эта валюта? Ну давайте, во-первых, чтобы я здесь не был монотонным спикером, поднимем руки, кто уже знает или хотя бы думает, что он знает, что такое биткоин. Так, раз, два, три, четыре. Ну, больше, не, почти половина, наверное, да. Отлично. Скажу вам так, даже я не понимаю до конца, что такое биткоин. Объясню почему. Потому что биткоин – это феномен, который находится в самом начале его развития. Если мы возьмем интернет, к примеру, в 93-94 год, то синонимом интернета был email. И вот мы сейчас находимся плюс-минус на той же стадии, когда синонимом биткоина является валюта. Что будет завтра, никто не знает. И поверьте, оно развивается все такими стремительными темпами, что я даже не успеваю фильтровать эту всю информацию. Но давайте поговорим о том, что он сейчас уже есть. Да? Это валюта. Нет, неправильно. Давайте вернемся еще назад, потому что, чтобы объяснить, что такое биткоин, нужно, чтобы у нас была у всех одна общая база. Кто здесь на экономическом либо финансовом факультете? Обалдеть. Так, отличники есть? Признавайтесь. Отличницы. Расскажи нам, пожалуйста, что есть деньги? Что такое деньги? С экономической точки зрения. Не надо, чтобы это там. Ну, тезисно, да, там параметры какие-нибудь. Да, но это определенный эквивалент, с помощью которого мы можем обмениваться товарами и услугами. Товары. Расчетная единица некая, да? Какие еще функции у них есть? Засибокнуло, засибокнуло. Накопительно, мировая, что еще? Световик. Я же не лектор, там, дедушка какой-то, я еще достаточно молод. Давай еще. Очень денег мы можем, во-первых, оценить, оценочная функция. Так, дальше. Ну, давайте же мы знаем, товар. Товар, отлично, это товар, согласен. Что еще? Эквивалент капитал. Ну, это уже более-менее было. Окей. Отличница. А чем отличаются деньги от валюты? Потому что валюта – это используемый термин международный. Ну, то есть, гривна по отношению к Штатам, гривна – это валюта. В Украине мы не можем сказать, что это валюта. Делаем интерактив. Это что? На ход. Американская. Что это? Американские деньги, американская валюта, что это? Ценники это общая. Что это? Ценность. Окей, ладно. Сейчас к этому вернемся. Это что? Это деньги, валюта или бумажка, что это? Бумажка. Это валюта. А это? И это валюта. А что из них деньги? Все деньги. Денежные знаки. Так, кто считает, что это не деньги? Есть такие? Так, один. Ты считаешь, что и это не деньги? Это способ их фиксации, это не есть деньги. Это облигация, ну, грубо говоря, каждого центрального банка. Но это само по себе не деньги. В одном долларе, в зависимости от периода времени, может быть разное количество денег. Деньги, покупательная способность, она изменяется у доллара. А бумажка остается та же самая. Так, интересная мысль.
Хорошо. Смотрите, разница между... Википедия вам нам в помощь. Разница между деньгами и вот этими фантиками в том, что деньги чем-то обеспечены. Вопрос. Чем обеспечен, давайте Серёгу, чем обеспечен вот этот банкнот? Ничем. Ничем. Экономика Украины. Экономика Украины. Кто думает экономикой Украины? Так, раз, два, два, большинство. Кто думает, что ничем не обеспечено? Так, какие еще есть версии? Так, золото-валютный, отлично. Кто думает, что золото-валютный запас? Раз, два, три, четыре, пять. Так. Земля может быть? Нет. Землей не обеспечено? Окей, хорошо, версии есть. Следующая. Чем это обеспечено? Экономика и Соединенных Штатов. Экономика Штатов и нефть. Кто думает эти две версии? Поднимите руку, пожалуйста. Да давай не стесняйтесь, чего вы так боитесь? У нас же должно быть живое. Так, кто думает еще что? Какие еще есть версии? Чем еще будет? Так, вернемся к нашей отличнице. Извини, пожалуйста, я троллить тебя не хочу. Чем обеспечено? Что в их учебнике написано? Ну так, давайте так. В 1979 году на Ямайской валютной конференции было отменено обеспечение золотом. Бинго, 71. Стоп, 79. Ямайка? Да. Да, а ну давайте, кто у нас с телефоном? 79 или 71? Когда была отменена золотой стандарт? Ну сейчас поправим, есть гики? Гики есть, ребят? Или я здесь самый главный? А, гик записывает, это правильно. Так вот, ответ правильно, это не есть деньги. Это тем более не есть деньги. И часто. И то, и другое является валютой. Причем валютой фиатной. Что такое фиатная валюта? Правильно было названо, сейчас мы уточним точную дату. 76-й. Все двоечники, да, все двоечники. Ямайка была 76-м, да? 78-й. Началось все еще Шарль де Голль. Так вот, до... Давайте, 71-го точно. Шарль де Голль начал 71-м эту бучку поднимать. Значит, до 71-го года, когда мы держали в руках доллары, мы на самом деле держали обязательства Федеральной резервной системы на эквивалент, что-то там, по-моему, ну какой-то фракции золота. То есть не один к одному, а там резерв был до некий. Вот. После 71-го года все валюты мира стали просто бумажкой, которая ничем не обеспечена. Так вот, никакими долговыми обязательствами ничего не обеспечено. Вот эта вот бумага никому ничего не должна. Точно так же, что ты здесь напишешь, кто здесь у нас, сковорода, да? Он никому ничего не должен. Нацбанк тоже никому ничего не должен. Это просто бумага. Ну ладно, наша бумага. Вот эта бумага, которая ходит по всему миру, она тоже ничем не обеспечена. Поэтому если вы сейчас придете к США и скажете, дайте мне нефти, что вы там говорили, да, дайте мне товар или кусочек экономики, я тебе скажу до свидания. Лучше ты получишь товар, но она ничем не обеспечена. Ты просто поменяешь, найдешь другого идиота, который согласится с тобой поменяться. Да? Ну и все. Так вот, это нужно понимать. Как это случилось? То есть 70. Точно, начиная с 71-79 год, да, мы знаем, что в мире вся валюта является валютой, а не деньгами, это раз. Во-вторых, она ничем не обеспечена. Вообще ничем, это просто вы верите в нее, поэтому есть покупательская способность. Как только ты перестанешь в нее верить, цена на нее падает. Вот и все. Значит, как удается этим товарищам удерживать цену, а этим нет? У этих есть армия, и если вы с ними не согласны, они тебе принесут демократию в твою страну. Вот и все. Вот. У нас армии, ну, не знаю, можно ее называть армией нельзя, но в любом случае демократию мы никому не принесем. Поэтому и то бумага, которая является валютой. Это раз. Значит, ключевые данные, которые было бы интересно вам гуглить. Первое – это 1913 год. 23 или 12 декабря. Это создание Федеральной резервной системы, да, которая печатает деньги. Частная корпорация, собственниками которой являются частные структуры. В основном это банки. Это опять-таки информация никакая не закрытая, это не conspiracy theory, это информация открыта на их же сайте.
можете посмотреть, как стать акционером Федеральной резервной системы в том или ином штате. Нужно быть банком, и ты там можешь определенную сумму вложить, и ты будешь акционером. Второе. Создали они резервную систему, но они ее там создавали уже три раза до этого, тоже пытались, им там все рушили и рушили. Значит, в 1946 году, после войны, была Бреттон-Вудская... Бреттон-Вудская конференция. Так точно, да. Бреттон-Вудс – это штат, там не Бостон, как он, Массачусетс, по-моему. Вот, значит, что решили на этой конференции? Что все валюты мира, деньги, вернее, мира, будут привязаны к одной, к доллару. Потому что экономика всего Евросоюза, теперешнего, так Европы на тот момент, шаталась очень сильно. Золота фактически ни у кого не было, поэтому всем нужна была какая-то стабильность. Ну, точно так же, как у нас длинная, да, сейчас происходит. Стабильности никакой нет, все хотят стабильности. Поэтому все решили, давайте-ка мы привяжем наши деньги к американскому доллару. Вот. И, собственно говоря, на эту игру все повелись, кроме Сталина, которого потом убрали через какой-то период. Вот. Но, собственно говоря, рубль советский никогда не был привязан к доллару. Собственно говоря, это одна из причин, как потопили Советский Союз. Теперь возвращаемся к биткоину. Мы теперь все знаем, что такое деньги, что такое валюта. Так вот, просто почему я вам это рассказывал? Я уже рассказываю это больше, чем год всем, да? И когда ты рассказываешь, что биткоин – это валюта, они тебе начинают кричать в ухо, что так он же ничем не обеспечен. Вот. Ты начинаешь с ним дискутировать, а чем обеспечено это, он тебе начинает рассказывать историю, как он обеспечен землей, золотом, обязательствами президента, там, я не знаю, выдумывать все, что хотите. Вот. Так вот, биткоин точно так же, как и любая валюта, которая есть у меня у вас в кошельке, ничем не обеспечена. Она обеспечена сугубо верой. Вот. Это первый вопрос. Убрали. Поэтому биткоин ничем не отличается. Но! Теперь больше, вернее, ничем не отличается. Да, отличается, значит, он децентрализован. В отличие от всего, что здесь лежит в кармане, это система централизованная. Это то, что либертарианцы не любят. Централизованная система. То бишь, есть некая структура, организация, либо государство, которое печатает деньги. Оно это делает централизованно. Если ты попробуешь напечатать копию этих денег, вот у меня здесь есть еще одна купюра, у меня подсунули, да? Made in Винница, попробовали. Вот, то фальшивая какая-то. То за тобой государство. Да, государство будет очень сильно с этим бороться, потому что ты влазишь в бизнес. Бизнес этот называется сеньораж. Это когда ты сверхприбыли, которые ты получаешь от печатания денег. Поэтому они не любят, когда копируют их деньги. Вот. А биткоин, он не имеет центрального сервера, он не имеет бенефициара, он не имеет дяди, который печатает эти деньги, или дяди, который принимает решение, сколько бы нам сегодня долларов напечатать. Вот. И это очень сильно не нравится нелибертарианцам. Либертарианцы от этого просто трутся. Все остальные нет. Второе. Нет центра эмиссии, то бишь нельзя никуда прийти. Вот WebMoney. Слышали, все слышали про WebMoney, да? В 2012 году к WebMoney пришли в гости. Типа тук-тук, а вы тут незаконными электронными деньгами промышляете, давайте мы кого у вас все сейчас заберем, будем разбираться, арестуем счета, заберем деньги, будем требовать у вас выкуп. Вот, в случае с биткоином. У биткоина нет акционера, нет компании, нет центрального сервера, ничего вообще нет, куда можно физически прийти или центрально ударить. Это тоже очень сильно не нравится госорганам. Биткоин генерируется исключительно и живет исключительно в сети интернет. За пределами интернета, в принципе, он может существовать, но опять-таки как дериватив больше. Что это нам дает? Это нам дает идеальный мир для либертарианцев. То бишь, у тебя есть некие расчетные единицы, которые не принадлежат ни одному правительству, которые не подвержены инфляции, которые невозможно у вас заморозить, отобрать, отжать, отбить. Я не знаю еще, какими способами у нас пользуются, потому что они находятся в интернете, только вы можете им управлять. Если вы отправили платеж в биткоине, то он однозначно дойдет, и вернуть его уже будет невозможно.
заморозить счет, как я уже сказал, тоже невозможно. В общем, рай для предпринимателя. Что это означает косвенно? Это означает, что для того, чтобы пользоваться биткоином, вы не должны ни у кого спрашивать разрешение. Вот вы сейчас сидите здесь все, да, у кого-то пришла идея, вот чем бы мне там, не знаю, заняться торговлей телефонами. Да, вот я телефон нашел, думаю, сейчас я его продам. Для того, чтобы мне через интернет продавать его, мне нужен будет какой-то средство приема платежей. Да? Вероятнее всего, в нашей стране это будет большой зеленый банк. Но для этого мне сперва нужно будет пойти в банк, получить, открыть счет. Для этого мне нужно предоставить свои документы. Они мне скажут, окей, можешь пользоваться нашими услугами. Вот. Дальше я либо ставлю себе интернет-эквайринг, либо я просто говорю людям, пришлите мне на карточку. Но так или иначе я пользуюсь... Что такое? А, здесь запись идет. Извини, пожалуйста. Так или иначе, я пользуюсь услугами банка как посредника, у которого я должен всегда спрашивать разрешение. А можно ли мне получить деньги? Если он скажет нет, то я что угодно делаю, я не получу эти деньги. Когда я отправляю, гривну с карточки на карточке, то я тоже должен спрашивать у одного из банков, а можно ли мне моими валютными сбережениями рассчитаться с другим человеком. То есть я всегда должен просить разрешения. Это все, во-первых, требует времени, вам куда-то надо идти, что-то оформлять. Второе, вы всегда зависите от банка. Вот, к примеру, пришли ко мне, арестовали счета. Меня не спрашивали, разрешаю ли я закрыть мой счет, не разрешаю. Да, ну, слава богу, уже разблокировал, но тем не менее. Вот, в случае с биткоином, так как он никому не принадлежит и пользоваться могут все, все, что вам нужно для того, чтобы принимать платежи, это любой электронный девайс. Это может быть компьютер, это может быть телефон, это может быть умные часы, любое что-нибудь с микропроцессором и экраном, и вам будет достаточно этого, чтобы принимать биткоин. Он не имеет границ. Соответственно, мы здесь сейчас с вами сидим, идея пришла, на сайте где-нибудь в Фейсбуке разместил, я продаю что-то там, да, телефон продаю. И вы через 5 минут уже можете принимать оплату за этот телефон. Моментально. Со всего мира. При этом вы не спрашивали ни у кого Мойского, ни у ДФС, ни у президента, ни у кого не спрашивали разрешения. Если вы хотите это делать, вы берете и делаете. В этом привет. В этом свобода. За это биткоин сообщество, собственно говоря, и борется. Все остальное это уже как бы дополнительные функции, которые есть у биткоина. Не знаю, интересно они или нет, это в любом случае вы уже будете изучать сами. Что еще интересно? Интересна технология, на которой построен биткоин. Она называется блокчейн. По сути, биткоин является только первым продуктом этой технологии. Так вот, блокчейн. Блокчейн это... Я могу показать на экране? Ну, да. Я просто с технической. Сейчас заходим. Лучше один раз показать, чем тысячу раз. Опа. А у нас интернета, наверное, нет? А, да. Представляете? У нас Wi-Fi ушел или что? Я понял. Ну, иначе я вам не покажу. Есть кого-то режим раздать? Я буду раздать. Раздавай. Только без пароля. Не получится. Но если с паролями, я думаю, все услышат. Значит, что такое технология блокчейн? Блокчейн – это децентрализованная база данных, которая живет в интернете, и опять-таки так же, как и биткоин, никому не принадлежит. Это база данных, она всегда публична. То есть в любой момент вы можете зайти и посмотреть все платежи, которые когда-либо происходили в сети. Вы можете посмотреть историю этих платежей. То есть, допустим, вот вам пришло что-нибудь, и вы можете отследить, от кого оно пришло, откуда он получил, в каком количестве, сколько у него сейчас на кошельке. Вы можете увидеть это все. Я даже пароль всем показывал. Закройте глаза. Есть? У тебя, наверное, не стрижение. О, отлично, спасибо. Значит, как выглядит блокчейн? Блокчейн это сейчас мы сами говорим, мы не говорим про
Значит, смотрите, вот идут транзакции сейчас, вот нет, бегают циферки. Это идут в реальном времени сейчас биткоин транзакции. Мы их все видим, да? Вы когда делаете банковскую транзакцию, никто, кроме банка, над банка, вашу транзакцию не видит. Соответственно, что там происходит, мы можем только догадываться. Вот, в случае с биткоином мы видим в любой момент, можем сейчас я попаду на какую-нибудь транзакцию, есть, отлично. Вот, я попал на какую-то транзакцию. И мы можем посмотреть, что на самом деле здесь происходило. Значит, все, что слева, это адреса, то бишь счета, с которых пришли биткоины. То, что справа, это вот он адрес, куда получатели биткоина. Вот мы видим транзакцию. То есть куча каких-то адресов, отправила одному получателю, ровно 10 биткоинов. Если мы нажмем, то мы увидим, что это 3000 долларов, там, плюс-минус, да, 3100 долларов на данный момент. Вот кто-то кому-то отправил 3100 долларов. Мы это видим. Это публичный факт. Никто ничего не скрывает. Но кто стоит за адресом 1705Z и кучей дальше других символов, мы, к сожалению, не знаем или к счастью. Точно так же мы не знаем, кто стоит за всеми остальными адресами. Но что мы еще можем видеть? Мы видим, что по этому счету уже прошло сколько там? 36 миллионов. Обалдеть. Вот кто-то 36 миллионов прогнал через свой счет. Неплохо я попал. Значит, финальный баланс 6200 долларов. Это все публичная информация. Вот она, да? Мы можем посмотреть. Можно как-то загуглить этот адрес и найти, что это? Ничего ты не найдешь. Это, как правило, все одноразовое и нормальные люди. Значит, смотрите, вот они транзакции предыдущие, и мы можем так листать, пока не будет первая транзакция. Это свобода. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы решить вопрос, как убрать банков из нашего уравнения. Вот я хочу 100 долларов, да, за 100 долларов купить телефон. Для того, чтобы мне сейчас это сделать, я отдаю 100 долларов. И получаю телефон. Вы это все видели. Ты держишь в руках, она фальшивая, я знаю. Ты держишь их в руках фальшивые 100 долларов. Ты получил деньги? Валюту? Получил. Отлично. Значит, я могу забирать телефон. Окей. Вообще просто. В данной ситуации, когда мы находимся очень рядом, это достаточно все просто. Да, поменялся и поменялся. Отлично. Если бы мы с тобой находились за пределами прямой досягаемости, то мы бы пошли к неким электронным посредникам. Как правило, сейчас это так или иначе связано с банком. Да? Я бы мог тебе кинуть там Western Union, свифтовку, либо с карточки на карточку, либо WebMoney, либо Яндекс с деньгами, либо биткоин. Да? Если бы до биткоина я сказал, мы бы использовали, то здесь была бы некая компания, которая бы гарантировала, что у меня списались бы 100 долларов, а тебе бы они зачислились. И мы оба должны были бы доверять той компании, которая производила платеж. Да. Вот. Насколько ты доверяешь большому зеленому банку, я не знаю, я уже не очень. Это было не реклама, не антиреклама. Да. Вот. В случае с биткоином нам никому доверять не нужно. В этом фишка. Почему? Потому что как только транзакция появляется в сети, все могут посмотреть и увидеть, что действительно я вот только что отдал, к примеру, 3100 долларов. Да? Все видят эту транзакцию, все компьютеры сети. Значит, магия всего этого, она очень похожа на торренты. Кто качает фильмы с торрентов? Все знаете. Красавцы. Практически все. Да. Те, кто не поднимает руку, неужели покупают его? Или телевизор, а не с компьютером? Онлайн. В онлайне смотрю. Тоже вариант. Зачем качать? Правильно, да. Вот. Значит, логика очень похожа. То есть, как нам обеспечить систему, которая будет работать без посредников. Нам нужно, получается, единый центральный сервер разбить на огромное количество одинаковых кусочек и раскидать их по всему миру. Для того, чтобы, если ко мне придут подруги, гости, заберут этот кусочек, он никак не повлияет на работоспособность системы. Вот, поэтому биткоины хранятся одновременно везде и нигде. То бишь, куча серверов по всему миру. Это может быть телефон, это может быть маленький компьютер. Где хранится вот эта вот вся информация о транзакциях. Потому что биткоина как такового нет. То есть это не бумага, да, это не файл. Это просто запись вот в этой
децентрализованной базе данных, которая распределена по всему миру. И она все время синхронизируется. Вот это вот майнинг. Где еще можно использовать эту технологию? Ты вопрос хочешь? Да. Ну давай, походу. Ну это же сайт получается, а сайт хранится на каком-то сервере. А, не-не-не, ты не понял. Этих сайтов тоже огромное количество. Это просто отображение информации. Он просто отображает то, что происходит в сети. То есть это фронт. Информация все равно где-то хранится. То есть она, ну, интересна сам. Я понял. Значит, смотри. У нас здесь как раз много, можно хорошо поиграть. У всех есть сейчас бортфонты перед. Да? Отлично. Да, смотри, сейчас я покажу принцип. Да, очень просто, когда это. Смотрите. Представим, что это блокнот, у вас у всех тоже есть блокнот. Да? Давайте поиграем в игру. Кто играл в судоку? Знаете, что такое судоку? Все знают, что такое судоку. Отлично. Значит, судоку. На всякий случай. Лучше показать. Я вам, естественно, сейчас все очень просто говорю, так навести, да? Вот пример судоку. Значит, это игра. Тебе нужно заполнить от 1 до 9 столбики и в ряды, да? И чтобы не повторялись цифры более чем один раз. Вот. Смотрим мы на эту картинку. Ты можешь решить прямо сейчас сказать ответ? Думаю, нет, надо чуть-чуть посидеть, подумать, правильно? Вот, то есть, но если мы сейчас все заполним, где-то нужно найти решенную, вот решенную. Вот, решенная, да, та же штука. Вот. Проверить очень легко, потому что особо ума не нужно посчитать 1, 2, 3, 4, 5 и посмотреть, повторяются или нет, да, и там, и там. То есть задачу сложную решить очень легко проверить. Это ключевое. Дальше теперь мы начинаем играть в судоку. Да? У нас был призовой фонд. Представим, что призовой фонд у нас сейчас книга, да. Мы начинаем играть в судоку. Каждый берет листик, блокнот, да, он рядом лежит. Вот. Всем раздаем абсолютно одинаковую судоку. Вот такой вот пример. Да? И мы начинаем играть. Время пошло. Играем. Решаем. И тут отличница кричит бинго. Сейчас она отвлекается, да? Она кричит бинго. Крикни бинго, пожалуйста. Просто крикни бинго. Бинго. Просто скажи бинго. Отлично. Мы все останавливаемся и начинаем проверять, смотреть, действительно ли она правильно решила вот эту судоку. Если она правильно ее решила, то тогда каждый из нас берет, открывает свой блокнотик и пишет. Извини, Вика, да? Нет? Как тебя зовут? Настя. Точно. Настя, извини, да. Значит, мы открываем блокнотик каждого себя и пишем. Настя, там, 1 балл. Записали. Каждый записывает у себя. В сторону. Раздаем еще один судоку, чуть-чуть сложнее, потому что мы уже один раз поиграли, то уже начинаем понимать, какая там логика, подбирать, да. Второй раунд пошел. Играем. Бинго, кто кричит? Бин. Молодец. Как тебя зовут? Диана. Диана кричит бинго. Мы проверяем, действительно ли она правильно все решила. Если она правильно все решила, мы опять берем наш блокнотик, в котором уже написано Настя 1 балл, пишем Диана 1 балл. И так мы играем до бесконечности, пока у нас там у всех не начнут образовываться какие-то баллы. Да? Но так как у нас есть отличница, то вероятнее всего она там собирает 100 баллов, остальные чуть меньше. Да? Сори, я тебя не трогаю. Просто не трогаю. Собираем эти баллы. Ну, по сути, это ж ничего, да? Ну, какая разница, у кого сколько чего записано. Но на самом деле это является вот основой той технологии, о которой я сейчас говорю. Если, к примеру, сейчас заходит ректор, говорит, ребята, а как у вас тут со счетом, кто тут выиграл? Он может подойти абсолютно к любому из нас и посмотреть, какой там счет, да? Информация публичная. Ну, счет, он может подойти к одному, он может подойти к нескольким, он берет свой блокнот и полностью переписывает все записи, которые там есть. Это вот как происходит синхронизация, к примеру, в том же торренте, да? Вот. К примеру, кто-то вышел, допустим, часть играющих вышла по нужде, возвращается, а там уже прошло пару раундов. Они подходят и у каждого спрашивают, а какой там счет, и опять синхронизируют свою базу данных. Да?
Вот. По сути, вот эти вот странички баз данных, это и есть вот эта вот публичная, публичная ledger база данных, вот, которая хранится в интернете. Вот, по сути, вы являетесь вот этим вот независимым сервером, который находится где-то каждый у себя дома, там, в разных странах, подключенный к интернету, вы между собой синхронизируете. Играем дальше. Как теперь монетизировать? Тут заходит некий олигарх, говорит: вы все такие классные, умные. Я не умный, я богатый. Я хочу быть вот сразу царем горы. Поэтому у кого там больше всего, или вообще неважно, у кого больше всего, я готов купить каждый ваш волос, актуально сейчас в нашей стране, каждый балл за там $100. Кто готов? Естественно, найдутся те, которые готовы. Да? Есть принципиальные, которые не продают свой труд, а есть те, которые, ну почему нет, пойду сейчас пиво куплю, там, не знаю, машину куплю, еще что-нибудь, судовку поиграл, машину куплю, да? Квартиру куплю в Стокгольме, да. Вот. Находятся те, которые соглашаются. Вот, как только закончились те, которые согласны 100, он говорит: не, мало, хочу дальше, 200 даю за каждый. Вот, находятся, естественно, те, которые готовы продать за 200. И так далее, пока мы не дойдем до самых принципиальных, вот, которые, наверное, не продадут. И, собственно говоря, вот этот процесс и есть ценообразование наших баллов. Оно, собственно говоря, так и происходило. То есть кто-то очень умный, но на самом деле это просто компьютеры решали, вот, а кто-то хотел пользоваться этой системой. Теперь транзакция. Как происходит транзакция? Для того, чтобы прошла транзакция, на самом деле нам нужно, чтобы в этой публичной книге появилась запись, что... Возвращаемся назад. Появилась запись, что некие игроки, вот они слева, отправили 10 биткоинов какому-то олигарху. И мы это все дружненько записываем в каждую свою записную книгу. Синхронизируемся. Если кто-то опять-таки вышел по нужде, нам абсолютно все равно, потому что у нас здесь сколько там, 50 человек, от того, что вышло даже половина, ничего не изменится, мы все равно продолжаем все записывать. Вот. Но так как интернет не имеет комнат и ограничений, то, естественно, это все происходит дома. Вот, по сути, как это работает. А теперь твой вопрос. Если я правильно понял, значит, существует некое количество серверов, на которых хранятся вот копии вот всех. Да, 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 да. И это опять-таки тоже открытая информация. Мы можем сейчас посмотреть. Украина там входит, как правило, в десятку. Сейчас включено 5266.
можем посмотреть, где они находятся и так далее. Это просто чьи-то компьютеры? Это, ну, у меня, допустим, на компьютере было, сейчас на других серверах, да. То есть это все крутится. Если хочешь оперативно работать с сетью, или у тебя какой-то сервис, то ты запускаешь. Вот что у нас здесь по видим. Ukraine, ну, мы сейчас 13-е, 63 сервера осталось, да, было там. До 100 обычно у нас включено. Опять-таки, не обязательно, чтобы у тебя этот сервер был все время включен. Да, у тебя, если это рабочий компьютер, то ты там выходишь, ты его выключил. Утром он у тебя опять включился, синхронизировал, и ты опять работаешь вместе со всей сетью. Вот, теперь что мы можем делать с этой штукой? То есть эта штука, технология, позволяет нам убрать вообще всех посредников. Она позволяет нам децентрализовать базу данных. Берем типичную базу данных МВД. Кто-то там какое-то правонарушение сделал. Сейчас можно прийти к следователю, договориться, и он там за определенное вознаграждение из базы данных вычеркнет это. Так? Вот. В случае нашем. Как вы себе представляете, чтобы мы вычеркнули что-то из базы данных? Сломать 5222 сервера. Это раз. Но есть тут еще фишка, которую я еще не рассказал. Значит, все транзакции состоят из блоков. То есть блок – это, по сути, страница. Вот мы транзакции записали на одной странице, страница закончилась. Мы берем хэш всех транзакций, короче, грубо говоря, плюсуем все, что у нас есть, да, в одну строчку. То есть у нас получилась некая строчка, которая объясняет все, что происходило на этой странице. Да? Вот. И эта строчка является первой строчкой на следующей странице. И дальше идут все следующие транзакции. И потом опять заканчивается все, подводим итог этой страницы, появилась одна строчка, эта строчка является началом следующей. Соответственно, если ты хочешь изменить что-то на первой странице, ты должен все следующие страницы тоже поменять. Но и, учитывая то, что это криптография, для того, чтобы это сделать, у нас не хватит вообще даже все компьютеры мира взять, их объединить, и они будут только делать это, то я не знаю, сколько им лет понадобится, чтобы это сделать. Не говоря про независимых каких-то там целеулучников, АМБ, ФСБ, неважно, они это не смогут сделать. То есть вычислительные мощности, которые потребуются, чтобы изменить какую-то там транзакцию, просто колоссальные. Это, не знаю, сотни миллиардов, триллионов долларов. Поэтому никто этим заниматься не будет. Так вот, убрать дело из этой децентрализованной базы данных уже не получится. Потому что, во-первых, она публичная, мы все видели, да, что это было открыто дело или была транзакция. Соответственно, убрать ее уже не получится, она уже была достоянием публичности. То есть наша защита в том, что мы ничего не скрываем. Вот. Теперь проект по Одессе, который мы уже начали реализовывать. Аукционы. Как сейчас сдается в аренду или продается коммунальная недвижимость? Кто-нибудь в курсе сталкивался, нет? Ну да, расскажи. Ну, говори как есть, мы ничего не скрываем. Появляются определенные условия госучреждения, требования, которые нужно воплотить. Условия, при которых они будут выбирать, например, будем выбирать... Ну, то есть тендер какой-то должен быть? Да. Так, кто проводит тендер? Плюс-минус. Госучреждение. Какое это госучреждение? Госучреждение, кто в госучреждении занимается тендером? Это компьютер какой-то или... Нет, это люди, правильно? Коррупционер. Ну, какой-то, да, какой-то человек этим так или иначе принимает эти конверты, мы сейчас говорим про тендерные, вот, и принимает другие конверты, да, и, соответственно, да, кто выигрывает, кто проигрывает. Вот. А теперь представьте, что мы возьмем и засунем аукцион любую. Вот в эту штуку. Мы внесли, допустим, вот Владимирская 60, миллиард долларов. Вот мы его сюда поместили, и все, как только он здесь уже появился, после этого записывается там Грушевского, там Банковая 10, Банковая 12, все продается, да? Вот. Соответственно, как только мы это записали, уже оттуда это невозможно будет туда. Дальше, если кто-то захочет купить Владимирскую 60, он это может сделать публично путем перевода. И все увидят, что действительно кто-то купил. Вот. Так вот, теперь представьте этот аукцион, который будет скоро реализован в Одесской области, да, где будет выставляться не только коммунальное, для начала коммунальное имущество, которое будет не подвержено коррупции, потому что у чиновника просто не будет инструмента, как залезть в эту базу и что-то там поменять. Если ее выставили за 100 долларов там, на Дерибасовское что-то, да, то это будет цена 100 долларов, и мы публично узнаем, кто за 100 долларов взял в аренду и купил это помещение. Точка.
И ты там коррупционируй, не коррупционируй, ты ни на что не влияешь. То есть мы убираем просто даже возможность для чиновника в коррупции. Вот фишка, которую мы уже реализовываем. Да, она никак не связана с биткоином, она построена на технологии биткоина. Вот. В мире, в принципе, технология эта стремительно развивается. Сейчас ей заинтересовались уже не только финансовые компании или банки, да? Сейчас интересуются уже, в принципе, по всему миру, да практически все компании, да? Все, кто связан, там, не знаю, с IT, или неважно, даже нельзя там быть связан с IT, потому что можно сделать такие вещи, как Dropbox. Кто пользуется Dropbox? Все пользуются практически Dropbox. Так вот, в совете директоров Dropbox есть Кондолиза Райс. Очень такая спорная личность, да, особенно у вегетарианцев. По сути, она может повлиять на политику конфиденциальности сервиса. Она может повлиять вообще на политику и на конкретные действия этого сервиса. То есть, по сути, все файлы, которые вы храните сейчас на Dropbox, они не ваши. Они Dropbox. И это их решение, давать доступ к ним или не давать. Они могут вас вообще выключить, вы ничего не сделаете. Да? То есть они полностью контролируют ваши данные. Точно так же, как банки полностью контролируют весь ваш безнал. В случае с технологией блокчейн уже сейчас есть проекты, они практически там выходят в коммерческую стадию. Это Storage и MadeSafe. Это два проекта, которые позволяют вам децентрализовать в Dropbox. Как это выглядит? Вы хотите там гигабайт виртуального вот этого сториджа, да? Вместо того, чтобы идти в одну конкретную компанию, в которой есть конкретные сервера, вы покупаете эти гигабайт у всех компьютеров, которые подключены к сети MadeSafe. Зачем это делать? Вот смотрите, есть у нас компьютер. На нем, я уверен, процентов 80 пустого жесткого диска. Интернет здесь халявный, да? Почему бы не монетизировать этот интернет-канал и эти 80% там жесткого диска? Ну, условно говоря, пусть будет здесь 500 мегабайт. Да? Вот давайте начнем зарабатывать на этих 500 мегабайт. Что мне нужно? Мне нужно просто отдать в пользование этих 500 мегабайт плюс надежный интернет-канал сети Storage. За это я получу, как только кто-то возьмет в аренду этот кусочек, я буду за это получать некую там Storage коины, там MadeSafe коины, биткоины, неважно там уже какая валюта будет. Вот, и так я начинаю монетизировать. Но фишка в чем? В чем децентрализация? Мой компьютер, вот эти 500 мегабайт, будут разбиты на сотни тысяч частей. Вот. И, соответственно, каждый пользователь, который разместил у меня частичку, он разместил частичку, не разместил весь файл. То есть он взял этот файл, там разбивается на тоже тысячи частей, каждая шифруется, и ты получаешь там маленький кусочек какого-то мегабайта от фотографии, которая зашифрована и для тебя вообще не несет никакого смысла. Соответственно, ты копаться в них никогда не будешь. Вот. При этом, если ты 500 мегабайт себе продал, ты получаешь за это живые деньги, которые можешь конвертировать потом в бумажную валюту. Вот, вот вам пример, как можно делать. Дальше. Очень много идет сенсоршип. Цензуры? Да. Да. С пресса и так далее. Wikileaks. Все вы знаете. Да? Куда бы они не размещали информацию, ее постоянно там пытаются заблокировать. Так вот, если мы перейдем на технологию блокчейн, опять-таки проекты эти уже есть живые, готовы. Во-первых, можно децентрализовать DNS. DNS — это штука, которая конвертирует вот циферки IP-адреса в там, адрес Bitcoin Blockchain Info, там, еще любой Microsoft.com, любой адрес. Да? Вот. Это тоже центральная структура, и там можно отключать веб-сайт. Вот. Есть уже проект на базе технологии блокчейн, который позволяет децентрализовать эту часть. То есть вы можете создать сейчас сайт, адрес в интернете купить, который будет принадлежать исключительно вам. Ни один американский госорган или любая корпорация не сможет его отключить. Дальше вы размещаете веб-сайт на вот этом децентрализованном Dropbox и можете делать, что хотите. Никто, во-первых, ну если вы правильно все сделаете, не докажет, что он ваш, он никто никогда не сможет его отключить. Как бы ты ни старался. Единственный способ будет остановить эту систему, так же, как и биткоин. Это все раз и навсегда отключить интернет. И больше никогда не включать. Потому что как только он опять включится, опять вся система заживет и начнется синхронизация вот этих вот всех штук. Вот. Но вы понимаете, что сейчас отключить интернет в мире, я думаю, проблема будет побольше, чем биткоин тогда у мира. Вы понимаете, да? Вы же, наверное, только военные, потому что у них свои спутники. Но, по крайней мере, финансовый весь сектор ляжет сразу. Вот. Без интернета уже, к сожалению, никто же не может.
Вот. Вот такая вот, собственно говоря, технология, которая дает нам свободу. Это одновременно и меч, и щит, которые могут использовать вот мы индивидуально, каждый из нас, для борьбы с центральными какими-то нехорошими органами. Я не говорю, что все нехорошие. Есть хорошие, есть нехорошие, но тем не менее они центральные. Эта система децентрализованная. Каждый из нас может защитить свои персональную информацию, может защитить свои сбережения. Хотя сейчас я бы не сказал, что нужно все нести в биткоин, он очень волатильный, поэтому там какую-то фракцию, да, но больше не нужно. То есть это в любом случае пока эксперимент. Но тем не менее, вот у меня обувь проходили, у меня вот кто-то в шок-машинке лежал, а то они и нашли, ничего не забрали. Но биткоины как-то хранились в интернете, так они в интернете и остались. Никто их забрать оттуда не сможет, потому что мало того, что они в интернете, доступ к ним находится по паролю. Пароль я знаю, он хранится только здесь. Нигде на бумаге он не записан. Вот. Соответственно, можно, конечно, меня пытать, слава богу, до этого не дошло. Но в любом случае это защита. То есть, если вы хотите перевести большую сумму денег из точки А в точку Б, вам просто нужно запомнить какую-то фразу. Да, про Джонни Мнемоник, кто-то смотрел в детстве? В общем, посмотрите, есть старый-старый фильм с Киану Ривзом, там принцип очень похожий, Джонни Мнемоник называется. Вот, либертарианцы, вопрос. Да, очень много, поймите, что я пытаюсь объяснить, но все равно придется почитать, нужно изучать, нужно копать, поэтому задача заинтриговать, заинтересовать, но не больше. Да, позвольте, но про квадратную просто вопрос, цитирую, выживет ли Dogecoin? Так, если будущего. Значит, смотрите, биткоин, он не один такой. Биткоин — это просто первая криптовалюта, которая появилась. После нее появляются пачками, умирают пачками криптовалюты, которые кто-то запоминает, кто-то не запоминает, какие-то выживают, какие-то не выживают. Вот. Самый большой априори биткоин сейчас он стоит порядка, если не ошибаюсь, 4 миллиардов долларов суммарно. Немного. Как вернуть? Поэтому никто с ней пока не борется, нет смысла, это не те деньги, у нас в Украине можно отжать больше. 4 миллиарда долларов, там ближайшая криптовалюта, если не ошибаюсь, порядка 200 миллионов долларов. А дальше всего поубывающие, соответственно, мне не интересно, ликвидности очень много. Вот Dogecoin находится там где-то, по-моему, в 10-ке, 20-ке, не знаю. Я, если честно, Doge не очень, потому что он ничего нового не принес. Потому что есть криптовалюты, которые приносят что-то новое, допустим. Раньше он назывался Darkcoin, сейчас он называется Dash. Это надстройка над биткоином, которая позволяет вот эти вот транзакции все скрыть, при этом оставить честную систему. То есть, если вы хотите более анонимные деньги, да, то тогда вот есть там Dash. Есть системы, такие называются как BitShares. Это попытка децентрализовать фондовый рынок. Вот вы хотите, допустим, сейчас я буду делать, например, да, буду делать краудфандинг делать. Я нашел способ, как сделать в Украине децентрализованную гривневую биткоинную биржу. До этого не находил способов. Вот. И я сейчас вместо того, чтобы там по друзьям, кто хочет, да, я это на краудфандинговой платформе, не только биткоин 2.0, выставлю, и, соответственно, любой человек из любой точки мира сможет купить акции там, вновь созданной компании. При этом, смотрите, я не иду к нотариусу. Я не иду к госорганам, я не иду к банку, я не иду к Kickstarter. Я это все делаю сам на децентрализованной системе, которая зависит только от интернета и от честности математики. Но пока, слава богу, кроме грузин, армян, математику никто не умел, не научился обманывать. Вот. Я шучу так. Вот. Поэтому эту систему обмануть невозможно. Я никого не должен спрашивать. Если я считаю, что это мой продукт имеет право на жизнь, если кто-то поддерживает криптовалюту, ну, значит, имеет право на жизнь. Если никто не поддерживает, ну, значит, я, наверное, ошибаюсь в чем-то. Вот. Поэтому к чему это? Вот если у вас есть какие-то идеи, я уверен, что у каждого из вас они есть, вы их хотите реализовать, да, вы хотите попробовать. С помощью биткоин вы можете сразу выходить на мировой рынок без каких-либо преград. Вот вы хотите попробовать? Разместите, попробуйте, посмотрите. Пойдет, значит, тогда будете добавлять другие валюты, там, сайты, если это что было. То есть вы можете бесплатно, быстро, да, практически моментально протестировать любую из коммерческих идей. Я считаю, это вообще просто бомба, которая взорвет мелкий и средний бизнес по всему миру. Точно так же вы можете прокредитовать, там, я не знаю, какого-нибудь селянина в Бангладеше, что уже используется.
вы можете там обойти Western Union, дешевле получить деньги от родственников там. В общем, вариантов очень много. Давай вопрос, извини. Да. Кроме... Вот так. Да, зрители из зала. Сейчас на примере судоку. То есть система поддерживается решением каких-то задач. Я очень упростил. Значит, принцип называется то, что я Google Loop, там это Bitcoin Mining. Вопрос. Давай. Так, а потом почему? То есть, и за счет решения этих вот производится эмиссия самих биткоинов, которые раздаются, грубо говоря, системам, которые занимаются решением этих задач. Mm-hmm. Насколько мы знаем, через некоторое время эта эмиссия прекратится. Mm-hmm. То есть, и вопрос, как тогда система будет поддерживать себя, если система уже нет у людей заниматься. Я там все упростил, значит, то, о чем сейчас говорит молодой человек, это майнинг, майнинг добычи. То есть, как появляются биткоины? Они добываются. Мы придумали, чтобы было понятно, да, аналогия. Естественно, никто ничего не копает. Вот, по сути, решают сложные математические задачи компьютеры, уже специализированные, которые не судоку решают, они пытаются найти неизвестные в огромном длинном уравнении. И с каждым разом это уравнение становится все сложнее. Зачем это делать? Для того, чтобы эмиссия у нас была плановая. То есть у нас есть математическая формула, которая говорит, что биткоина может быть, опять-таки, если вы будете создавать свою валюту, вам для того, чтобы это сделать, понадобится минимум 10, наверное, времени. Вот. Значит, изначально в биткоине было записано, что, опять-таки, эта информация доступная и открытая, 21 миллион – это максимальное количество биткоинов, которое может быть. Каждый биткоин делится до 8 цифры после запятой. То есть, по сути, их сколько это, 100 тысяч и 21 миллион, то есть, короче, миллиарды, да? Значит, дальше в этой же форме прописано, какая должна быть эмиссия. Эмиссия ограничена формулой. Значит, что гласит эта формула? Что раз в 10 минут происходит раунд вот этих вот. Кто-то выигрывает раунд в субботу. Именно заложено так посчитано, чтобы раз в 10 минут в среднем кто-то выигрывал. Вот. Раз в 10 минут сейчас у нас появляется на свет 25 биткоинов. Три года назад у нас на свет появлялись 50 биткоинов. В августе 2016 года произойдет очередной халвинг, так называемый, то есть половинца. И будет уже 12,5 биткоина. И так далее. То есть, соответственно, у нас эмиссия, она падает, ну, в единицу времени. И она так будет падать до 2139 года, когда будет получена последняя фракция биткоина. Я специально не хотел, вот у тебя очень правильный жест. Вот это вот майнинг, это просто взрыв мозга. Я его изучал, пытался разобраться, что это такое, месяца три. Что-то более-менее понял, но дальше не уходил, потому что нужно уже знать криптографию хорошо. А вот именно пример судоку объясняет принцип. Вот. Поэтому последняя фракция биткоина будет 2139 год. Я не уверен, что мы с тобой доживем. Но в любом случае, майнинг делает две вещи. Первая – это эмиссия, вторая – это верификация вот этих вот всех транзакций. То есть любая транзакция, которая происходит, она так или иначе обрабатывается вот этими вот компьютерами, которые делают майнинг. Вот, поэтому после 2139-го первая функция закроется, останется только верификация этих самых, верификация транзакций. Я не сказал, что вопрос был латешный. А, тогда задай еще раз вопрос. Хорошо, ну то есть введение самих биткоинов в систему заканчивается там в 2000, ну в общем, далеком году, но как бы для людей, которые занимаются майнингом, рациональность этого дела пропадает гораздо раньше. Почему? Потому что те мощности, которые выделяются на майнинг, допустим, даже если мы говорим сейчас о специализированных видеокартах, которые производятся, то есть их электроэнергия, которая тратится на их использование, не говоря уже о вложении на сами. Так, смотри, ты сейчас начинаешь очень сильно глубоко копать, и тут заснут уже все, не только предпоследний ряд. Ну ладно, тогда проще. Если людям уже невыгодно майнить... Нет, это сейчас еще выгодно, но маржинальность очень маленькая, поэтому там только просил, ну, специализированные. Хорошо, то есть, допустим, сделать еще один-два халфинга, и тогда маржинальность... Маржинальность будет падать в любом случае, да, это perfect competition, то, что либертарианцы могут любить, как perfect competition. Да, хорошо. Ну,
Досконалка. Ну, экономический термин, правильно, что мы понимаем? Это идеальная информация, никаких преград. Вот это яркий пример в реальном мире. Perfect computation — это вот майнинг как раз этим и занимается. Ну, у нас же получается, в какой-то момент... Ищи бесплатное электричество. То есть не для кого? Там же что же развивается? Смотри, находят более дешевое электричество, раз, находят более производительное и высоко... Ну, КПД более высокого у новых чипов. Все, то есть, соответственно, это постоянная гонка получить более новый чип. Да, да, не заморачивайся. Это вот это регуляторианство точно на майне. Не лезь туда, вот будет просто пойти. Я знаю, как это работает. Молодец. Тогда ты мне расскажешь, потому что я, например, не хочу даже знать, как оно работает. Да. Какой еще вопрос? Чтобы это последний. У нас будет perfect competition. Чтобы это последний вопрос на сегодня. Я прошу всех опустить руку. Поднимите всю руку, у кого есть вопрос. Всех. Отлично. Теперь опустите. Когда я считаю до трех, вы должны их поднять. Теперь успеете, ты получишь возможность задать вопрос. Правило ясно, да? Но я еще буду здесь какое-то время, поэтому можно будет в целом порядке. То есть, как бы человек уничтожил конкуренцию, как вы понимаете. В любом случае, у вас есть шанс. Так что раз, два, три. Тут он по-моему первый. Давайте первый. Да, мы уже задавали. Кто не задавал? Кто? Кто? Вот этот парень. Вот такой. Давай, я не задавал. Давай. Не нужно стакана? Нет. Смотри. Сядь, Боря. Так он так сидит. Извини, сбил. Давай. Продолжим. Мы имеем ограниченное количество дримачей такое, так? Через некоторое время его количество уменьшает, ну, его рост уменьшается миссия. Мы имеем ограниченное количество биткоина, и даже в каком бы там году останавливается его производство. При этом он, да, действительно взрывает малый большой бизнес, и его цена опять-таки растет. Нужно его дробить, если люди хотят еще больше биткоина. А так он делал коррективное, внимание вопрос. Кто решает, что все-таки таки да, давайте сделать еще больше биткоина? Значит, смотри, никто не решает, но мы изначально соглашаемся с определенными правилами игры. Эти правила игры записаны в контракте, в open source, а контракт это дальше. Тема математическая выбора. Нет? В общем, дальше этот контракт выражается в виде формулы, с которой либо ты соглашаешься, тогда ты в игре, если ты не соглашаешься, ты выходишь из комнаты и занимаешься чем-нибудь другим. Но если ты в этой комнате, ты соглашаешься с правилами игры, которые также все согласились. Я забыл, что это сказал. Це прям якийсь ультракапіталізм. Подожди, да. У тебя був про майнинг вопрос, как... Вот, поэтому ты соглашаешься, либо не соглашаешься, и все. А цена просто будет расти, а больше биткоинов не появится, потому что записанные все согласились, 21 миллион. Это правило, все. Их мы не нарушаем. Ви послухали ці прекрасні лекції, дуже радий, що ви тут